так, и на YouTube Бонжорно из солнечной Турции. Юлия Сергеевна, благодарим вас за такой чудесный отдых. Приглашайте нас почаще. Татьяна Дмитриевна, это наш полковник. Полковник наш, да? Вроде мы начали бассейн на крыше дома, а теперь мы... Не, ну ты в том году уже нас сюда водила меня. Водила, да. Просто сегодня они должны были открыть уже дети, но они не открыли. А, еще один тут рядом с домом будет? Но это очень дорого, все равно это дорого, Юля. Ну как дорого? Ну дорого, не каждый себе позволит. Потратить 2000 на бензин. Потом мы зайдем на бичклаб, платим по 700 лир с каждого, не считая Маши. А, понятно. Потом ты возьмешь что-то попить и поесть. Тебе все, нам это выйдет где-то в штук 7-8. 7-8, девочки. Ну, а тут пару штук всего. А здесь пару штук. И рядом с домом. И рядом с домом, да. Маш, покажи, где мы находимся. Да, 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 да. Татьяна Дмитриевна знает, вы должны блогерством заниматься, Татьяна Дмитриевна. Мы уже квартиру купили, дом купили в Чечне. А, а нам с Юлией Сергеевной на старость. Точно чихнула, я пойду покажу. Там просто очень сильно, там очень сильно, ну, надо идти в тапочках. Музыка играет здесь вообще офигенная просто. Музыка здесь супер. Юля говорит, что здесь еще какой-то бассейн должен был открыться, строился. Помните, в том году показывали, но он типа еще не открылся. А эти говорили, что они хотели расширяться, но как расширяться, если крыша уже закончилась? Вот здесь строительство идет. Помните, в том году снимала, как они быстро... А вон оно, кстати, идет, там видно, кран работает. Ой, музыка вообще, диско-хаус, моя любимая. Я, девочки, не ориентальщица. Я ориентали, это, я этот стиль, ну как, я могу, конечно, могла бы поднапрячь себя и быть королевой, но это не мое, я, ну, как вам сказать, я гоушница. У меня идет хорошо импровизация, я на тумбах хорошо, ну гоу-гоу, если кто разбирается. То есть я гоу-гоу могу танцевать. А ориентали это так, если кого-то заменить из девочек, я же не приехала сюда работать. Вот. Но опять же говорю, я беру тем, что я, у меня актерское мастерство. Я шучу с публикой, я хорошо работаю. Машенька, а ну-ка покажи, как бабушка тебя научила лежать на воде. Давай. Ножки, ножки надо... О! Супер! Еще и руки на пояс поставила. Еще и руки на пояс поставила, слышишь? Хорошо, колбаса, молодец. Она в воде, Юля, как будто в своей среде. Мама водолей, мама прожгет. И, кстати, попроси соль, потому что она вообще не соленая. Тут свирели. И знаешь что? Они налили, не в сок положили лед, и когда он долго стоял, там уже вода. Ну, в принципе. И видишь, слушай, и сюда... Я тоже я выпила. А там Юлин друг лежит, работодатель. Девчонки, прилетели два голубочка, улетели. Потому что здесь, когда ветер идет, ветер очень горячий, да, Татьяна Дмитриевна? И смотрите, видите, стекло все в этом, как его называют, в воде, потому что ветром... Я не могу сказать. Это в Африке, что я хочу сказать. Ветром дует воду или что, как сказать? Ну, поддуло немножко. Ветер дует, и вода ляпает. Понимаю. Обляпало стекло, короче. Ляпает. Я не знаю, я не о том думаю. Я не о том думаю, я не могу сосредоточить свои мысли. И русалки плавают. Видите, Юля, я же говорю, что-то изменилось. Юля говорит, подушки, девочки, помните по видео, кто смотрел в том году? Она говорит, по кругу, да, вот там были подушки. Там, наверное, столиков не было. Интересно, вечером здесь много людей на ужин приходят? Приходят. Здесь же в отеле живут и спортсмены, и знаменитые. А, да, да, это ж отель. Они даже просто приезжают поселиться сюда. Надо узнать, сколько номер стоит. Будем выходить, спросим. Маша, как тебе отдыхается? Классно? Добрый день, со всеми поздоровалась. Нам пожелайте приятного отдыха. Мы отдыхать умеем. И умеем делать отдых для своего ребенка. Наша Маша постоянно ходит в бассейны, на море и так далее. Мы уделяем ей большое внимание. Сейчас, в последнее время, мы вообще занимаемся ей. Она читает у нас. Она вечерами, я имею в виду, с папой занимается.
Вот. А потом у нас прогулки. И вот такие вот, да, мамочка наша. Юля, тебя вообще, моя, да, умничка. Водит нас. Вы видели, Марина показала вам это чудесное место. Я вообще здесь впервые. Это что-то, это необыкновенно. А ребенок наш, вот посмотрите, он постоянно ныряет, он постоянно плавает. Она как и рыба далее в воде, да, это не стихия. Но она очень отличается от турецких детей. Чем-то. Да. А чем-то она просто дура. Чем-то она отличается, а чем именно? Это тем, что она, ребенок, не боится. В том, что она самостоятельна. Боится, а вот, вот эти вот турецкие деточки, их, конечно, возят до 5 лет в колясочках. Возят только потому, что жарко, и родители не могут сами идти, как ты видишь, по жаре. Вот да, поэтому возят, не потому, что они дебилы. Не-не-не. Не, она имеет в виду. Я имею в виду, да. Они вообще возят, детей своих охраняют. Они возят, они, конечно, еще бы они не охраняли деточек своих. Дети очень красивые, а приятные. Гимнастки попробуют накричать на ребенка. Поэтому тут, если они говорят, вот если она хочет, она будет чемпионкой. Она не хочет, я говорю, как она может ходить, если нет, если ей 6 лет? Они говорят, ну вот так. Да. Вот если хочет ребенок, ему нравится, да. А если нет, мы не будем ее заставлять. Они не заставляют ни учиться, ни хочет ребенок учиться. Не нужно, он будет, иди по лесу, иди то, иди все. Не хочет. Да, Юля рассказывала. Не надо, понимаешь? Да, у них нет такого вообще. Но это не значит, что из детей вырастает не вот что. Вырастают очень хорошие дети. Нет, порядочные. Вы же знаете, какая здесь медицина турецкая. Поэтому вы понимаете, насколько здесь образование очень сильно влияет на развитие ребенка. Вот. Мы отдыхаем. Юля, тебе огромное спасибо. Дочечке спасибо большое. За отдых. Спасибо за приятный большое. Отдых. Да ладно, еще раз покажите, пожалуйста. Ой, расскажи еще за мальчика. Представь его. Какая улыбка шикарная. Как тебе, иди сюда. Подожди, как тебя зовут? Ой, спасибо, Дара. Он забыл. Познакомил. Мы сейчас сюда привезли. Вот, работает здесь мальчик. Папа у него турок. А мама? Вот такой красивый мальчик. Мама русская у него, но я так понимаю, наверное, они баба барабер, я еще люблю. Барабер. Вместе живут они, но вот русский он не выучил. Ну ничего, будет улыбаться. Улыбка шикарная. Улыбается красиво. Похож на нашего славянина. Да, он похож, да, на нашего? Да. Татьяна Дмитриевна, кофе турецкая. Точно, Маша, будь здорова. Смотрите, при это самое, тоже ж, видите, водички не хватает. Засуха такая. Татьяна Дмитриевна, все 50 градусов на улице. Гляньте, как он пьет. Я вот тут горячая, даже на улице. Она нравится, она нахлорирована. А, нахлорирована. Сейчас умрет скоро. Зачем ты его сняла? Труп будет, как бы сумка твоя. А, сумка трупа. Я ж как дурочка даже в бассейн с этой сумкой, но я на нее присела. Мне вчера Машка сюда бросила Машуня мне вчера, знаете, шоколад. Вы понимаете, да? А, выбросить ее. Нет, она моя, форма красивая, ты шо? Я ее постираю. Скажу. Вы знаете, ребята, мы когда покупали рыбу, вы говорите, о боже, там такая, ну, носит рыбу, все, она тут. Нет, нам рыбу полностью обложили в лед, и только потому мы ходили. Но мы да, она была во льду и в газете. До такой степени, понимаете? Да. Она, мы пришли домой, и там даже лед мы еще не расставили. Еще не расставим даже лед. Да. Но жара, конечно, неимоверная. Сейчас я не знаю, сейчас 50, наверное. Но здесь классно, что здесь 5 минут от дома от Юлиного. Раз, и все. Да. Это... Мы пока дошли, уже плохо было. Детей да, мало, да. Вот Маша одна, никто не прилезка. Не знаю, место хорошее, оно доброе какое-то, да? Оно очень дорогое. Доброе. Ну при чем доброе? Оно очень дорогое. Ну, дорогое, это понятное дело. А что сейчас в Турции конечно, дешево? Конечно, оно будет доброе, а если оно такое дешево? Дорогое. Ну, по крайней мере, не вот за бассейн 800 лет, ты меня извини. Да? На одного. На одного человека. Маша, по-моему, до 8 лет, по-моему, нет. Мужчины, всем приятного аппетита. Что, Юля, говори? Это вкуснота. Это макарошки. Макароны, грибы, грибы и сыр. Я, кстати, пармезан. Макароны вообще не ела лет 30. Ну, это не пармезан. Я пошла. Куда мне идти? Прямо, прямо и направо? На тебя иду. Нет, прямо направо. Это свадьба тут или что? Это, наверное, не свадьба.
бы это обрезание, наверное. Сейчас Юля подойдет и расскажет. А вот в больнице кто-то, говорит, умирает, говорит, и женится перед смертью. Блядь, Юля ж режиссер у нас, понимаете, по профессии. Она сейчас быстро тут придумает сценарий. Мальчик какой-то с посухом сидит. Обрезали ему. И все так рады. Я не могу понять. Я могу понять, почему его обрезали, все радуются. Почему это на праздник от этого? Выставить, что попало, блин. Мужчины шариками украсили. Я заметила, что в этом сезоне я практически не пользуюсь очками. Меня ультрафиолет не раздражает глазное яблоко. Я в очках и зимой, и летом. Снег, дождь, пофиг. У меня все время слезятся глаза. А тут я заметила, что я что на море ходила. Ну, все равно там какой-то там грибок есть. То есть я замечаю, что я спокойно без очков. А очки миллионера. И, кстати, я в Италии их сужала. И сейчас они мне немножко опять расширились.